Настоящую травлю в интернете устроили хабаровчанки, сторонники и участники несанкционированных акций в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. Автолюбительница спешила навстречу и выехала на перекресток. На пути оказались протестующие. Они не стали уступать дорогу, а вступили в конфликт с девушкой. На этом история не закончилась. В социальной сети на нее обрушились гневные комментарии и угрозы. Репортаж Антона Примачева. Надо было толпой тебя удавить. Мило, да? Тварь продажная, сколько стоит твоя совесть? Такие сообщения на личный аккаунт социальной сети Ирины Шестаковой приходят уже неделю. Их скопилось несколько сотен. В них не только оскорбления, но и угрозы. Да чтоб твою машину вообще спалили к чертям, а Хабаровск уже увидел героиню. Скотина ты, одним словом. Все началось со случайной встречи Ирины с группой протестующих. Они шли по центральной улице города. Ирина спешила навстречу к заказчику. После режима самоизоляции у предпринимателей тяжелые времена. Но несанкционированная колонна людей не пожелала уступать дорогу. Участники несанкционированного шествия негодовали. Называли девушку проплаченной провокаторшей и даже забрасывали мелочью. Уходить с проезжей части не собирались. Дергай быстрее, давай! Все, проезжай! Да выйдите ее! Сегодня почему-то много машин, которые пытаются перебить колонну. Люди, конечно, их не пускают. Ирина была не единственной, кто спешил и пытался проехать через колонну. С головой не проблема, или что? В первой ситуации был мужчина на большом джипе, он чуть даже не сбил людей. Он матерился матом, обкричал всех тоже, выруливал. Когда выруливал, там переходили по пешеходному переходу люди, и он просто мимо них как-то пролетел, теоретически мог кого-то просто сбить. Я видел эту ситуацию, это было, ну, агрессивно. Люди уже после этого шли, наткнулись на дедушку, который тоже стоял там, но он просто сидел в машине и вот встал, они его как бы обошли, не пустили, типа, ну куда ты лезешь. Мирно прошел момент, потому что дедушка не агрессировал, он пытался проехать, не получилось, окей. И теперь этот же примерно кусок толпы попадает на девушку, которая бибикает, орет и агрессивно относится. Конечно, люди тут уже и вспыхнули. Я когда ехала, я не думала о том, что они пойдут. Когда я поднималась, никого вообще не было. Они пошли, когда я уже встала на красный. Все произошло 26 сентября. Сегодня 2 октября. И все это время Ирина не соглашалась встречаться с журналистами. Она не хотела, как говорят в народе, раздувать историю. Но травля в интернете продолжается. И мы попытались связаться с некоторыми авторами сообщений. Но удивительно, люди, которые не лезут за словом в карман в интернете, в реальной жизни общаются неохотно. У этой лошади дочь учится. Я рассказала подружке про эту дамочку, а у нее дети там же учатся. Сказали, завтра пойдут узнавать, что за девочка. Не позволим, говорят, обижать людей, которые выходят за Фургала. Только после таких сообщений Ирина отправилась за помощью к правоохранительным органам и журналистам. До этого она безответно терпела оскорбления и угрозы в свой адрес. У меня был вопрос, зачем? Почему вы мне все это пишете? Вам неужели нечем заняться? Неужели нет других дел? Неужели ваша жизнь настолько скучна и неинтересна, что вы ищете меня в Инстаграме и начинаете мне писать какие-то гадости? Мне, правда, это искренне непонятно. Александр Кобин был очевидцем тех событий. Он считает, что Ирина в этом конфликте допустила ряд ошибок. Поехала в колонну людей, а потом еще и публиковала весьма эмоциональный и неприятный для своих оппонентов пост. Ирина сказала, что это реакция на сотни предыдущих негативных сообщений в ее адрес. Это не все пишут. Поэтому не нужно говорить, что вот... Это общие характеры там, митингующих или там, вообще людей. Потому что не обязательно, что человек, кто ходит на митинг, не все, кто ей написал, они ходят на митинги. Скорее всего, так. Это могут просто люди вообще из других городов. Правоохранительные органы сейчас изучают запись с камер видеонаблюдения, но юристы уже сегодня призывают людей одуматься. Логика, что слова, сказанные в интернете, всего лишь слова, ошибочна. Любая угроза жизни, здоровью человека, вне зависимости от того, когда она высказана и где, то есть это лично при встрече, это посредством письменных каких-то обращений, либо в сети интернет, они преследуются по закону. Ирина тоже пытается отпустить ситуацию и забыть о конфликте. Возможно, теперь она будет объезжать стороной колонну, хотя это ей кажется и неправильным. У меня в школе учитель по географии часто произносил одну и ту же фразу. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. И мне кажется, чтобы все жили вот в этом идеальном мире, который они сейчас хотят добиться своими хождениями, вот каждый должен задуматься, что ему сделать, чтобы не ограничивать свободу других людей. Антон Примачев, Николай Трохин, смотри Хабаровск.
Итак, конфликт случился из-за того, что пешеходы считают, что имеют право ходить по проезжей части, и автомобили должны уступать им дорогу. А автолюбители считают, что имеют право ехать на разрешающий сигнал светофора. Кто же прав в таких ситуациях? Разъяснить правила мы попросили инструктора по безопасному вождению автомобиля. Пешеходы не должны находиться на проезжей части. Это в априори звучит именно так. Вот. Если они находятся на проезжей части, заканчивая переход через проезжую часть, это один момент. Если они вынуждены остались на проезжей части, то водителю, конечно, лучше дождаться, чтобы они покинули проезжую часть. Вот. Но и в то же время пешеходы не могут умышленно создавать препятствия для движения транспортных средств. За это есть административная ответственность в размере 1000 рублей именно на пешеходах.